Всем привет! В этой нарезке вы наконец-то увидите Грибоманта Флургла, где буквально в начале игры я нашел Брана, и в итоге катка получилась очень крутой. Я искренне надеюсь, что вам понравится эта нарезка, и вы оцените ее. И хочу сказать то, что следующий видос получился просто каким-то космическим. Там я собрал то, что практически нереально собрать. Поэтому, если не хотите пропустить, подписывайтесь на канал. Ну ладно, всем приятного просмотра. Так, смотрите, у нас нет зверей, у нас нет демонов. Второй раз за стрим он пришел. Возьму Грибоманта. Ну, естественно, Грибомантик. Давайте попробуем. Сейчас Брана еще просто находим на второй ход и занимаем топ-1. Грибомантыч подъехал. Он-то подъехал, а мурлоков пока нет. И сейчас 4 мурлока. Ну, это тоже хорошо. Пойдет. Так. Отлично. Не лучшее начало, но что сможет сделать? Как жалко, что убрали билеты. Вот на четвертый ход сейчас бы раскопочку найти с первой таверны. Можно, в принципе, взять 3-4, можно 1-2. Ну, наверное, да. Здесь главное не спешить с рашем таверны. Сейчас просто вот так сделаем, Это немного подбафает, этот усо поставим, вот так сделаем. Так, еще один пришел. Ну, нормально. Очень медленно из-за плохого начала. Ну, не важно, что сейчас происходит, важно, что будет происходить дальше. Так, и чё? Спасибо. О, другалек, ну нормально так делаешь. Ну слушайте, я 3-3 даже возьму, чтобы, ну, можно было чисто прорашить немного таверну. КПшечка вроде присутствует, да, в полнейшем объеме, и неплохо. Странно. Почему я выигрываю? Не, ну, может, сейчас проиграю, но... Я хочу апнуться, я очень хочу апнуться. Наконец-то! Седьмой ход Бран на Флургле. Какого фига? Это как вообще возможно такое? Мы сейчас проигрываем, скорее всего. Даже процент есть. А чё за лобби собралось? Откуда? За что? Я просто кидаю карты. Что в этом такого? Ничего в этом такого нет. Да подожди, еще можно вылететь на это. Минус 40. Не делаю триплет, нет. Есть два бабла рано. Не делаю, да, триплет? Нет, не делаю. Так, мурлок, ну крутимся в несколько мурлоков всего лишь. Мне бы еще одного найти, но я его могу найти с помощью раскопки, либо... Ну, короче, поехали, работаем. Яд кинуть вот сюда, да? Жалко то, что он остается у меня на столе, потому что... Ну, это плохо. Он не возвращается в пул, из-за этого мне реже падает. Ну, в принципе, это супер начало на Флургле. Это идеальное начало на Флургле. Ну, здорово. Ну, согласись, ну вот когда такое... Вот когда такое происходит, хочется жить. Хочется дышать и вообще находиться в этом мире. Вот когда вот так. Я очень хочу, чтобы это пошло на YouTube. Это моя мечта на данном этапе жизни. Чтобы эта катка пошла на YouTube. Вот, смотри, сейчас, секундку, подожди. Просто беру, это, в принципе, продам, мне оно особо не нужно. Поставлю, посмотрим, что здесь. Есть триплет, наверное, я сделаю этот триплет, чтобы он глаза не мозолил. Хотя он мне абсолютно не нужен, этот триплет, прям от слова совсем. Да нет, зачем его делать? Сейчас продать вот эту карту, взять яд. Не хочу его делать. КПшечка. Вот так, вот так, вот так, вот так. И поехали. Так, мы это сначала, да, ставим? Сюда я закину, пускай будет. Давай, я сейчас не успею. Еще хп. Очень много дает. Просто капец как много. Это поставлю. Получается, это на следующий ход. Не, ну вот сейчас сделаем триплет, хорошо. Вот в этой именно ситуации сделаем триплет сейчас. Давайте, вот. Поехали. Чик. Багургл. Разочек. Разочек, багургл. Оп. Ну, либо золотой бран. Золотого брана я очень давно не видел на Флургле. Просто капец, как давно. Еще хпшечка. А может... Может золотого брана реально? Ну, может такая ситуация произойти? Ну, в принципе-то оно может произойти. Спасибо, друган. Мы сначала это ставим, это продаем, после этого это ставим. Продаем. Хочу золотого брана. Капец, как хочу золотого брана. В принципе, можно взять вот эту карту, просто поставить ту карту, но, наверное, это фигня полнейшая. Вот это сюда кинем. Возьмем сейчас еще какого-то мурлока. Ладно. Капец, как дает. Просто пипец, как дает. Чат, ну посмотри. Невозможно переиграть. Нереально переиграть на 10-й ход. Слишком сильно. 70 атаки, 53 хп. Ну вот он, Флургл, в полном действии, как бы. Да, подкрутило. Ну да, повезло. Все равно... Это все равно круто.
Можно апнуться для того, чтобы сходить золотого бренда. Ну, просто сначала, или не апаться, я могу отсюда найти вот этого мурлока и сделать триплет в этого брана. Но давайте попробуем. Ну, а чё нет? Во-первых, что ты мне сделаешь? Это во-первых. Во-вторых, золотого брана я последний раз собирал, ну, где-то 1 000 000 лет назад. Ну, по-братски. Нифига. Ну, глупо на это надеяться. Но это очень даже реально. Ну, сюда яд не особо нужен, но просто крутить мне здесь больше особо нечего. Так, это я возьму. Яд я в любом случае кину сюда и просто яд поставлю, чтобы он был. Полный стол мурлоков. Вот еще можно, да, сделать триплет в этих мурлоков. Да нет, наверное. Еще яд нужно найти вот сюда и можно АФК сидеть. Гниду я продам. Вот это я поставлю. Это я, получается, кину сюда. Это я продам. Банан засуну сюда. И возьму, что дадут. Еще такой мурлок. Ну, возможно, даже неплохо. Элементали, расстановка все равно такая. Пойдет. Это очень сложно выиграть. Вот он сидит, он нашел всех элементалей, сидит такой... Повезло, повезло. Ну да, повезло. Да не повезло, на скеле. Ты все равно побеждаешь всех 100%, почему не апаешься в пятую, чтобы найти брана? Да, потому что мне пофиг. Зачем? Ну, чтобы мне найти брана, мне нужно просто реролить. Ну а как реролить? Элементарей без проблем я должен выиграть. Что-то какое-то жесткое лобби, смотри, механизмы 3, минус 30, здесь минус 22. Его невозможно найти. Вот я так чисто пару роллов сделал, чтобы попробовать. Но золотой бран на флургле, ну вы сами понимаете, это вообще бред. Это возможно только во сне, мне кажется. А мне мурлоки во сне и снятся. Из этого ничего не беру, лучше паролить несколько раз на, опять же, золотого брана возможного. На следующий ход опять же крутится. Ну хорошо, ну ты же можешь дать. Но не дает, он до последнего не дает. Эх, не повезло, не повезло. Ну выглядит красиво, от бабла не буду, наверное, оставляться. Я собирал дважды, так я тоже собирал. Это было очень давно, это было неправда. Спасибо за лайки, чат. Бран как Гэндальф приходит тогда, когда он нужен. Он приходит тогда, когда вылет. Вообще брана бы лучше на первый слот поставить, потому что бран меньше, чем этот. На всякий случай просто. Вдруг адаптозавр рандомный стоит. Ну может такое быть, такое произойти. Правда, надо было брана первым ставить, но ладно уж. Бывали такие моменты в жизни. Вроде бы расставляться не надо, но адаптозавр тут как тут. Это он насколько его вынес там? А все, ну это топ-1. Как здесь может что-то по-другому пройти? Может быть нафиг ничего не нужно? Я, скорее всего, уже не проиграю никому. Против 4 механизма. 4 механизма вы... Давайте возьмем гулю. Поставим. Я возьму вот это. Чисто сейчас поставим против него. Фигня. Это ставим, тоже продаем. Сейчас берем какого-то мурлока. Не буду его ставить на следующий ход, если что. Чуть-чуть еще усилимся. Хотя, в принципе, по сути, мне здесь только баблы и ревендер нужен. Правильно? Больше ничего не надо. Гуля? Не, ну это не наверняка. Не, на самом деле гуля это наверняка. Даже очень наверняка. Если там те самые механизмы. Они сейчас все поснимают, его механизмы сфидят, и мы победим. И переиграем. Ну я на это надеюсь. Может быть мне даже просто уже вообще... Не, ну по сути ничего не надо. Только бабл и ревендер. Я просто хочу накрутить больше сетов. Ради красоты. Мне пофиг. Даже дверь открыта. Вот такой стол бы увидеть на этом... Как он называет? На Серокроне? Ну давай, другалек. Это он вынес этого, там элементали. Но вот элементали это страшно. Это реально страшно. Против элементали срочно нужна девчуля, ревендер и вот это все. Еще мурлок? Да не, ну все, ну по сути уже ничего не надо. Можно достать там адаптозавра, там ревендера можно достать. Его просто возьму для того, чтобы достать ревендера. Правильно? Правильно. И найти бабл, девчулю. Ну, это бесплатно. Споры тоже можно взять. Еще яд. Делаем, да? Конечно, делаем. Ну, против элементалей чисто. Играем против его стола. Так, эта фигня мы ставим. У меня сколько здесь монет получается? Мне здесь получается все, да? Просто этого сейчас поставим, тоже чуть забафаем. Поставим дерназму. Чтобы там неважно что забрать. Возможно, даже адаптозавр сейчас хорошо адаптируется. Возможно. Ну нифига. Не знаю, что лучше. Короче, бран мне не нужен. Давайте кинем сюда яд. Там просто вот эти вот ребята сидят. Возможно, они даже и очень даже... И очень даже. Я статов чуть потерял. Совсем капельку. Расстановка вот такая. Это вот даже куда-то вот... Куда-то вот, я не знаю. Куда-то под конец даже воткнул. Пускай вот так будет. Привет, Ютуб. Я здесь сделал ошибки в некоторых моментах. Во-первых, не успел раскрутиться где-то там в середине игры. Во-вторых, вот сейчас чуть-чуть потерял статов. Ну, в принципе, очень классная катка получилась на флургле. Наконец-таки лягушка на канал. Мечта сбылась. Спасибо всем большое, кто это смотрел сейчас на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И спасибо за лайки. Смотри, 10 000.
Опять вернули. Наконец-таки. Как слили, так сразу же и вернули. Пойдет. А, смотри, новый баг. Смотри, новый баг. Дерутся там. Смотри, они дерутся там. Смотри. Что это? Новый баг в Харстоуне. Смотри. Смотри, смотри, дерутся, смотри. А будет еще раз? Типа они еще раз будут драться или нет? Не, все, не дерутся. Спасибо за лайки.